Всем здорово-здорово, с вами Атрустер, и сейчас поговорим о том, стоит ли ставить ПВК 28 на 160 UX 160 мотор. Скажу сразу, стоит. На больших оборотах это просто пушка-гонка. И если его правильно настроить, то работает этот карбюратор просто идеально. В Алиэкспрессе этот карбюратор вы можете купить за 3000 рублей. В магазине он стоит около 4000 рублей. Но что вы получаете? Наверха просто пушку. Да, на маленьких оборотах немножечко мощность с обычным, вот если сравнивать с обычным карбюратором, на низах чуть-чуть ее меньше, чуть-чуть не хватает. Но на верхах это просто имба, просто пушка. Расход топлива плюс-минус такой же, как был, так и остался, если сравнивать с заводским 26-м карбюратором. Тут стоит на этом карбюраторе 110-й Жеклер, и едет он отлично. Конечно, на низах, да, немножечко его не хватает. Хотелось бы побольше мощности. Вердикт стоит. Эти 3000 рублей, вот вы не пожалеете, когда поставите, настроите и будете ездить. Но минус. У меня тут проглядывается фильтр нулевик Хипа. В магазине нету под этот карбюратор ни в одном, где я искал, фильтра. Тут что ли 50 миллиметров вот это входное сечение нужно, но у всех других поролоновых фильтров там 35, 38, 41, но 50-го я не нашел. Сейчас буду искать в Озоне и в других маркетплейсах. А с вами был Мотобустер, всем удачи, всем пока-пока.